Топят сильнее, чтобы не замерзнуть. В понедельник на север страны пришли сильные морозы. Это сразу же ощутили на своей работе спасатели. 22 января сотрудники ДЧС за сутки выезжали на возгорание 12 раз, 7 из которых были крупные пожары. В одном из них на станции шиномонтажа по улице Набережной погиб мужчина 89-го года рождения. Это был арендатор. Возгорание произошло около 5 часов утра. С начала года было 57 пожаров, огонь унес жизни 8 человек. Еще одно масштабное возгорание произошло в рабочем поселке в понедельник около полуночи. Семье чудом удалось спастись. Место пожара были направлены силы и средства госслужбы пожаротушения в количестве 6 единиц основной техники и 1 единица специальной техники для освещения места пожара. Также были задействованы более 20 человек личного состава. По прибытию к месту, значит, было определено, что кровля жилого дома горит открытым пламенем. И площадь пожара составляет 80 квадратных метров. Сложность тушения данного пожара заключалась в том, что очень сильные морозы были. И, соответственно, поздние сообщения, потому что пожар принял большую площадь.